А снова всем привет, мужики и мадамы. Кого скример напугал, надеюсь, вы на толчке сидели и вам помогло. А кто не на толчке и вам тоже помогло, ну извините, оно так вышло. Я как бы... тут мои полномочия, все. В общем, тут Wargaming завез сундуки, снова в ангарчик, с новогодним настроением, какими-то гирляндочками, с лампочками. И я решил себе задарить 20 коробочек, повскрывать их и посмотреть, что там на дне коробки-то лежит. 20 штуков. Интересно же. Вам ведь тоже интересно, вы же не просто так сюда пришли смотреть, правильно? Давайте-то открывать скорее! Ну что ж, откроем первый. Не, 5 штук я не буду открывать, я буду по одной. Давайте, одну коробочку. И... 3 дня према, голда, украшение 5-го левела. Чудесно. Следующее чудесно. Украшение, голда и день према. Классно это все, конечно. Но танчик, дайте какой-нибудь хоть маленький, хоть какую-нибудь пуколку бы маленькую, дайте пострелять. Украшение, голда, день према. А танк? Голда. Украшение. И украшение. Спасибо, конечно. Это танк. Я ради чего, собственно, вскрываю это все? Матроскин там что-то унылый какой-то. Голда и према. Матильда! В смысле? Стиль! На яйцебородово, да? Ну, правильно. Совок, чтоб дерьмище перед собой сметал в кучку. Своё же. И ёлка. Ну, отличный, конечно, стиль. Так вот, на арте не играю. Мне, как лучшему артоводу, конечно, очень нужен. И слот Ванга. Ой, спасибо большое. И Матильда. Не ездит, не стреляет. Унитаз тихоходный. Ну, хоть вот сам танк попросил, вот танк получил. Украшение голда. Ну, 750 голды. Нормально так. Сундучка сыпнула. 750 голды. Все, больше танков не будет, не? Что-нибудь порадуйте меня чем-нибудь. Серый пуллям. Все, золотюсь. Куплю себе какое-нибудь говно. Огнетушитель, если куплю, чтобы пукан студить. Он не заморозить на такое количество-то, а? Чё-то мне подсказывает, что вот там вот когда-то давным-давно я тюбик удачи весь выдавил. И больше... мне, видимо, в этом году уже новых Салика не приедет. Чё? Где? Танк? Угу. Хуёв вязанку. Это на маус, я так понимаю, да? Вот. Я его не качал, не качаю и качать не собираюсь. Но, да, вот, спасибо. На арту и на маус. Самый лучший стиль, самый нужный мне. Спасибо большое. Картох, алло. Дай что-нибудь вкусное. Пожалуйста. Белку вот, блядь, погрызи белую, конечно. Пора уже закупать огнетушители. Тут 5 коробок осталось. Ну. 3 дня аккаунт. Охуительно. Еще что-нибудь. Что-нибудь хорошее. Лакуст! Это что? 3-го левела элитный танк. И ангар поднял. Спасибо! Я не такой танк хотел. Я какой-нибудь там вот из восьмерок бы пошупал. Санки, на, говорит, санки, бля, и пизду отсюда. За своей восьмеркой. Сам магазин, сам покупай целую, да? И свечку вот. За упокой 20 коробок поставить. Ну, погоди. И 10 тысяч... 100 тысяч голды. 100! Все, да? Но я не азартный. Представляете, вот я 1800 сейчас просрал и получил ничего. Я вообще человек не азартный, поэтому я куплю еще 5. Вот, в общем, у меня еще 5 коробок. Повышаем свои шансы. По одной, естественно, открывать. По одной. И по 5. 5 сразу, и все проебано. Я так не умею. Не хочу, не желаю. Хочу пострадать. Понажимать и страдать. И... Да
где танк-то, а? Не, ну гореть начинает. Гореть. Однажды в студеную зимнюю пору коробки купил, и жопа сгорела. Сука, стишок про варгейминг. Ну дайте танк. Ну чё вы зажали-то, а? Чё за жлобство такое? Ну, это всё, да? Это всё, да? То есть коробки кончились. Не, ну погодите, тут в целом как-то всё неправильно. Я, наверное, не те коробки открывал. Надо вот эти вот, с носком вонючим. Там по-любому танк спрятан. Это же дерьмище, кроме меня. Никто не купит, правильно? Только я. Значит, стопудово его надо открывать. С носком и оленями. Ну? Танк, дайте мне танк. Пожалуйста. Танк, блять, дайте мне, пожалуйста, сюда, пожалуйста, сейчас. Это уже, сука, 28-я коробка, да? Танк где? 29-я коробка. Ну? Украшение. Танк! Ого! 3-го левела! Элитный легкий, сука! Спасибо. Ну, танк, где? Хуй. Извините за мой французский, конечно, но это пиздец какой-то. Вот этот лакуст, сука, вот за нахером он мне вообще вот выпал. Вообще, что это? И Матильда. Вот эта, которая не едет, не стреляет, не светит. Зачем? Еще и без экипажа. Картох, ты чего? Не, конечно, понятно, что там голды насыпало, что 10 уровень атмосферы можно сразу открыть за вот это вот говнище, что выпало. Еще, к примеру, вот эти бабки можно было потратить, чтобы купить вот такой вот обогреватель, благодаря которому у меня сейчас руки не синие, и я могу спокойно записывать, играть, не знаю, монтировать в тепле и уюте, блять. А это просто 3 косаря в никуда. Посмотреть, как там алкаши сидят, бухают, за мой счет, сука. Как вот тут дети танцуют там с людьми, потыкать вон, нотки полетели. Баба какая-то самогон на улице гонит. Прекрасные вообще виды, конечно. С ангаром они постарались. Вот эти два инвалида семейства, они сидят, они, сука, правый кроссовок этот, кет с этим, сука, с коньком, они им никогда не наденут, вообще никогда. Тут еще какая-то красота. Вообще, все красивое такое. С пух пострелять нельзя. В общем, что я хочу сказать. Мне очень повезло на этот раз. Я больше открывать коробки не собираюсь. В этом году точно. Танков я 8-го левела не получил. Вот пораздавал, да. А получить... Распишите, получите. Спасибо, пожалуйста, Wargaming. Вот тебе низкий поклон. И так что, если хотите получить больше коробок, вот этот вот промокод используйте и получите подарочный нихуя. Как я вот получил. Вот как-то вот так в этот раз. С коробками я насобирал тут, да, призов, говна всякого. Так что спасибо всем за просмотр. Я пошел следующий ролик с приколами собирать, который уже скоро выйдет. И до новых встреч в эфире. Пока!